груди. Ему хотелось ночью ярко-розовой кого-нибудь из пламени спасти. Мечта глухая жгла его и нежила. Вот кто-то свечку выронит его. Но в том краю как раз пожаров не было. Там жил предусмотрительный народ. Любила в детстве я, как человек шагал по каланче. Не то чтобы ему хотелось бедствия я, а он мечтал о чем-то вообще. Спала в пыли дороженька широкая, набат на башне каменно молчал. А между тем горело очень многое, но этого никто не замечал. Никто не замечал. Эх, пожарный!